Хорошо играет, заставляет тебя слушать. Мне вот хочется в этом мастер-классе с тобой, да, заняться твоим внешним состоянием за роялем. У тебя все время подняты немножко плечи, и есть такой момент, когда твоя музыкальность передается во внешнем движении, которое достаточно одинаковое. Ты играешь по-разному, а движение одинаково. Никогда не замечала, не смотрела на себя видео. Знаешь, плечи за. Почему? Ты это чувствуешь? Нет? И тебе, это, ну, тебе как бы это не мешает. Я вижу, что ты как бы играешь. Но этот момент есть. Вот смотри, ты когда занимаешься просто, да, вот возьми аккорд. Вот, представь, что ты сейчас сделала. Ты сейчас сделала такое движение. И вот его туда запустила. Села и отпустила плечи. Правильно, правильно. Тебе природа подсказывает абсолютно правильное движение. И вот сейчас сыграй без вот этой линии, которую ты ведешь мелодию, сыграй линию вот этой мелодии. И слушай, как один аккорд тянется к другому. Только ушами. Куда тянется этот аккорд? В какое? Почему? Это куда? И дальше. Оно тянется в продолжение. Оно не заканчивается. Вот почувствуй просто, я на примере просто этих аккордов, я хочу, чтобы ты руками как бы сыграла вниз, да, вот как бы в глубину рояля. Дальше, да, вот это движение рукой, да, я хочу, чтобы ты просто это почувствовала. Ты у тебя снимаются руки, а аккорд держится ногой. А я хочу, чтобы ты, вот сыграй без педали. Как соединить? Что-то должно соединять, да? Тебе нужно перемещаться, а что-то должно соединить. Здесь очевидно эта мелодия, правда? И вот твоя задача, чтобы вот рука весом играла вниз, вот как будто в пол. И чтобы ты чувствовала этот вес вот от плеча вниз. Не давай себе возможность оторваться и сделать какое-либо движение локтями. Потому что они тебя отпружинивают. Вот они тебя откидывают. Зачем ты это делаешь, да? Это просто дурная привычка. Вот руками. Вот ты видишь руки, ты сделала правильное движение. В хвост и вниз. Вот как бы вот... Вот такое движение, да, вот у тебя должно быть в инструмент, да, вниз хвоста, скажем так, вот туда играть. Вот чтобы ты перемещалась спокойно и в левой руке максимально тянулась, чтобы вот не было так, да, вот как будто у тебя есть ресурсы, ты играешь легато, без педали. Я сняла уже руки. Вот, опускай плечи, опускай. Еще раз это движение. Руку поднимаешь левую.
Представь, что я делаю. Вот я их двигаю, да, и на чем-то держу. Все время какие-то звуки держу, чтобы они соединились. Вот и смотри на меня. Пам! Твой аккорд следующий. Я тебе играю, ты дальше. Продолжаю. Услышал? Левую руку, левую руку назад. Левая шестнадцатыми играется у тебя, а на восьмыми такими же, как правая. Вот слушай низ аккорда. Низ аккорда слушай. Слушай, слушай. Отлично. Аккорд нижний не слышу. Куда пошла? Молодец. Плечи вниз. Какой аккорд? На левую руку опора. На левую. Вот, левое плечо внизу. Вообще вот просто лежишь как бы, да? Живот в себя и как бы спина немножко туда. И сюда пришла. И теперь двигаешь аккорды без педали через левую руку. Двигаешь, соединяешь, соединяешь. Не переставляешь, двигаешь еще раз. Нет, аккорды не те играешь, во-первых. Во-вторых, не соединяешь. Соединяй. Даша, Даша, послушай. Напряжение вот в этой части рук сейчас. Собирай пары, да, туда. Собирай, собирай, вот, вот. Собирай, собирай, туда. Еще продолжай. Не отрывай левую, и плечо будет уходить вниз. Тебе нужно, чтобы дотягиваться, только чуть-чуть локоть, да, как бы. Не плечо, а локоть, да, вниз. Все вниз. Из этой нижней точки продолжаю. Это я играю, ты аккорды. Дотянуться. Нет, переносишь руки. Ищи, ищи те пальцы, которые удержат основную мелодию. Любые придумывай. Да? Не важно, что ты потом не будешь так делать. Значит, почему это надо делать? Только не так, как ты делаешь, а именно находить ресурс, чтобы что-то связывалось внизу, да, находить это легато. Оно не позволяет подняться от клавиатуры. Оно тебя будет тянуть вниз. Сначала это будет трудно, ты себя запиши просто на телефон, и ты увидишь разницу. Ты несколько раз дернула плечом вниз. Тебе это требуется. Понимаешь? Когда ты играешь так на педали, педаль держит руки, ты все время уходишь вверх. Ты не чувствуешь вот этот звук, который ты нажала, опустила его. Он еще вышел из рояля и собрался со следующим. Потом он ушел в следующий. Это неважно, ты его будешь играть таким ударным, или ты будешь играть его певучим. Это неважно. Твоя задача, чтобы ты почувствовала, как твой собственный вес играет эти аккорды. А ты собственный вес пружины отправляешь вверх. От этого эти плечи. И сразу появляется какое-то движение музыкальное, которое здесь просто все разрушает. Вот просто визуально разрушает. Такая милая девочка, да? Прелюдия же не про это, правда, не про милую девочку. Значит, теперь, что касается самой прелюдии. Что надо сделать? Как правило, традиционно, все ведут вот эту линию, и это правильно. Она обозначена акцентами, тенуты и так далее. Но что происходит вот в том, о чем я сейчас с Дашей говорю? Там есть вторая линия, вот очень важная, вот эта. Да? И продолжение. Да? Дальше отсюда она идет, сюда, да. В голове бас, да, и дальше она идет сюда. Она становится более важной.
чем вот это. Это бьет. Это очень долго звучит. А потом вот возникает это тихое. Какие-то вот абсолютно далеко-далеко находящиеся до звуки. И вот они постепенно будут приближаться. И в данном случае они приблизятся. Это как мелодия, эти аккорды, да, такая русская, очень широкая. В ней есть и колокольность, и певучесть, и пространство, все, что хочешь. Но она очень важная, и она очень цельная. И эти аккорды после паузы, они особые, понимаешь? И от того, что в этом аккорде будет, вот это или вот это, меняется их состояние, да, и ты продолжаешь, и на этом басу слушаешь всю эту цепочку аккордов, меняя педаль, но бас остается, слышишь? И он продолжает уходить только сюда. Потому что у Рахманинова дальше не подчеркнута вот эта линия. Она со стаккато. Понятно, что это не резвость, да, никакая. А вот подчеркнута другая, которую ты не делаешь. Мы ее все делаем очень формально. Мы тут играем псевдовыразительно, но сами вот эти аккорды, которые, они в пространстве, да. В них есть своя какая-то жизнь, да. И в них есть связь и временная, и гармоническая, и вопросительная. Ничего не заканчивается, понимаешь? А вот эти два одинаковых и вот этот с этим, они уже по-разному интонируются. А внимание, вот когда мы играем эту прелюдию, я не слышу, я слышу общую музыкальность, я слышу, как играют эмоционально, но вот ощущение вот этих аккордов, да, таких, да, у них есть колокольность, есть. И при этом есть огромное пространство и поющий звук. Вот этого у тебя нет. Это то, что ты должна сделать. Теперь, когда ты приходишь сюда, это три пьяна. Предположим, ты идешь по этой линии. Дальше уходишь. Почему на аккорды? Потому что этот аккорд ведет сюда. Вот он. И начинается это рахманиновское опевание. Да? Но там стоит знак аджитато. Ты играешь медленно и певуче. Там нет этого состояния. Там не состояние. Это что-то. Почему? Ну-ка, сыграй мне ее у корпуса. И продолжи ее, не застревай. А это педаль. А это тема. А еще не резким движением. Смотри, первый широкий, второй легче и быстрее. А теперь наоборот. Второй будет шире, а первый проще и в проброс. Вот смотри, первый широкий, второй, я тебе стрелочку нарисую, да, быстрый. Третий быстрый, четвертый широкий. Да? Вот внутри этих четырех одинаковых пар разное время. Вот это широкое
И здесь будет хитрая, смотри. Вот это до диез надо держать рукой, чтобы это вышло. И тогда у тебя до диез вот отсюда педально ляжет вниз. И это получится как раз то, о чем я говорю. Медленно сделаем. Нет, ты не играешь ничего. Суть в том, что ты должна вот это все. Должна все это играть. А мыслить должна так, что у тебя здесь, как у Баха. Да? Ты же играла Баха вчера. Ты же слышишь все. Один голос тянет, тянущийся вот из этого. Из этого состояния. А вот это, а это аджитата. Да, и пары, которые есть в левой руке, обязательно к исполнению. И вот это ходит. Это типичное рахманиновское опевание. Вот он ходит вокруг тональности, да, вот он круги делает. Поэтому это важно. Значит, когда ты играешь вот отсюда, ты не останавливаешься. И отправляемся сюда. Да, сделай переход. Тоже, ты играешь все время, вот, и провоцируешь себя на это движение. А ты просто слушай нижний ряд секст. С левой рукой. Их вообще нету у тебя. А вот здесь же нет, пусто, в этих пальцах пусто. Опусти руку. Не надо играть выразительно верхний голос. Еще плечо вниз. Еще раз делай. Да. Ты имеешь право не начинать сразу быстро. Тут же пошла. Дальше уже темп. Потому что это подвижно. Это не смена темпа, это не бегом, как мы привыкли слышать у нас средний раздел, это престо. Там аджитато. Взволнованная, бурная мелодия, которая превращается в вот в поющий настрой. У тебя ничего там не поет. Потому что ты просто пробежала, прокричала, прошумела, а дальше опять прелюдия. Вот это все не просто так. Поэтому вот этот аккорд последний, он как взгляд в следующую сторону, которую ты должна перевернуть страницу, да? Играем это. И пошла. Сделала ты играй в правой руке. Короткая педаль, частая педаль. А вот что происходит? Да вот педаль взяла, здесь прямая. А руки держат все, что могут. У тебя отсутствует вот это движение легато в правой руке, отсутствуют эти пары. Другое время, а пары остаются, да? Играем отсюда. Ты мыслишь это быстро. Не надо мыслить это быстро. Аджитато – это изменение характера. Он начинает писать мелодию триолями, высвечивая главную, но не убирая этот шаг. В нем тоже мелодия. Вот можно же играть, если просто, тоже будет формально то же самое. Но будет говорящий рисунок, на который он просто оттеняет вот эту педаль. Потому что она не такая, она именно ползучая. А у тебя нет левой вообще. У тебя плечо наверху.
Ты не слушаешь ее. Если будешь слушать, она будет лежать внизу. А каша у тебя в голове, слышишь кашу? Вот такая, гул такой вообще, слышишь кашу? Вот, и, вот послушай, не надо быстро. Вот у тебя есть движение, да? Да, вот здесь должна быть смена педали, а рука должна взять до диез, и он обертоном будет звучать вот тут. А этот надо держать рукой, ты же этого не делаешь. Да? Быстро это. Ой, еще раз, и время сразу другое. Слышишь? И опять пошла плечи вниз, вниз в рояль. Мыслить только по паре. Там есть общее падение, да? Но оно из пары. Вот что там происходит. Вниз и обратно вверх. Нигде он не упирается ни в какой забор, да? Вот он его обходит. Пожалуйста, отсюда прямо от двух рук. И общее падение. Слушай, на меня смотри, на мои плечи смотри. Вот смотри на меня. И внимание, да. Вот она не здесь берется. Она здесь берется. И остается, и ты рукой держишь. Видел? Давай отсюда, не надо так же, пошла подряд. А это пошла подряд. Это все акцент. Они в разной динамике. Не надо их лупить все два форта. Там все уже изменилось. Вот ты сыграла сюда. Здесь четвертая четверть – это педаль. И четвертая четверть педаль уводит в первую. Здесь между тактами нет смены. Тогда получается то, что здесь написано. А иначе получается грубо и грязно, как правило. Понимаешь? Вот это надо будет выучить. Понятно? Значит, убрали эти все с тобой мы швы. Теперь дальше идем как бы отсюда. Там есть... От этой точки, несмотря на акцент, возникает немножко отход динамический, да, как бы чуть... Чтобы было куда взорваться. Не пьяно, ну просто иначе это услышать, как бы зависнуть на этом звуке. И вот эту тройку всю сыграть. Давай играем отсюда. Нет, не слышишь. Это педаль. Остановка. Не спеши. И вот педаль у тебя чистится, должна в этой точке. И только потом. И пришла сюда. А ты так делаешь. Она не чистится. Не успевает. Молодец. Стоп. Хорошо. И прям взяла. Видишь, вот у тебя вот такая белка такая в клетке. Там. И так. Педаль. Стоп. И пошла.
Практически никогда наши детки, любимые, не делают то, что написано у Рахманинова. Вторая триоль от левой руки. Правая, левая. Правая, левая. Правая, левая. И они соединены в общую линию. Продолжают вести вещи. Это важно, потому что вот и есть... взволнованности, возвращает нас в эту колокольность и в огромное пространство. Понимаешь? Потому что Рахманинов — это огромное пространство, как чисто физиологическое и физическое, связанное с нами и с инструментом, потому что объем и захват аккордов и размер амплитуды его музыки огромен, так и мыслительное, и образно. Потому что это про большое пространство, это про церковь, это про огромные разливы в тех местах, где он жил. Это реки, это озера, это огромные озера, или мини-озера, это просто море. Везде торчат церквушки, отовсюду звон колоколов, отовсюду идут звуки перекликания, эхо и так далее. Это все им впитанное с рождения. Поэтому все это он в звуках передает. Поэтому вот это просто вот тарахтить не надо. Там есть мелодия этих аккордов. Два такта, надо считать внутри себя вот этой пульсации. Вот эти такты по времени, они равны. Вот посчитаем эти аккорды с этим пульсом. И ты сидишь, ты гудишь. А я тебе где показала педаль меня? Вот, вот, что ты делаешь? Опора сюда. Вот у тебя 6, 3, 3, это одна твоя. Раз, два, три. Потому что здесь большая дырка, ее тоже нет. Вот. И главное, вот эта музыка. Она такая же главная вот здесь. Только из тишины. Она откуда-то. Бом. Бом. Опять эта мелодия откуда-то. Бом. Бом. И тут она уже... Вот она начинает жить и начинает бить. Понимаешь, она поднимает огромную амплитуду, когда ты играешь... Там ты новое видишь где-нибудь? Ты видишь шов, указание на ролентары, на ретенуто, на какое-то торможение? Нет. Значит, вот это точно к исполнению. Восьмая. Раз, и пошла мелодия. Она держится на этом. В ней просто нет сильной доли. И все. Поэтому там нет никакого преувеличения этой паузы. И не может быть. А вот здесь, когда эти огромные пробеги, нужно брать педаль и слышать... Он живет в этих аккордах. И постепенно на каждом начинает меняться педаль. Я педаль меняю, а руками держу.
Что делают все наши дети? Они ногой играют, а руки переставляют. И вы теряете этот звук. Вот сыграем я отсюда, не снимая рук с клавиш. Это очень важная связь. Почему я сказала «позанимайся так»? Потому что, когда мы держим руками аккорд, это не сразу, потому что эти привычки плохо изживаются. Но, тем не менее, когда мы держим аккорд и слушаем его, когда он дошел до своего дна, и мы его должны соединить со следующим, у нас возникает физическая необходимость придумать такое движение, которое соединит нас со следующим аккордом. Оно может быть в данном случае тише, в следующем громче, зависит от того, как мы внутри наполняем эту мелодию. Это и есть наше индивидуальное слышание, а не просто формальное легато, которое всех делает одинаковым. Запоминаю. Поэтому вот эта игра без педали, связанным звуком переставления аккордов, это техническая работа, чисто техническая. Надо уметь играть ту аппликатуру, которая тебе потом не понадобится. Но чисто физически выполнить задачу. Тебе надо каким-то образом удерживать мелодию. Она может быть внизу, может быть вверху. Но слышать ты должна, как минимум, здесь 8 звуков, а не полтора, не только верхнюю руку. Внутри аккорды у тебя пустые, особенно вот такие. Они мало отличимы, особенно когда ты играешь в конце. Играешь, это же колокол, это бьет, да, средний звук. Если я буду играть октавы, ничего нет. Правда? Дальше. Сейчас. Слышишь? Никакого чуда тут нет. Я опять держу до диез. И в него ставлю эту ноту. И это замедление могу делать, могу не делать в трепьян. Да? Я соединяю это все. Я могу тебе это сделать без педали. И этот звук все равно будет тянуться. Ты это должна делать в качестве домашней работы, потому что тогда ты будешь понимать, что есть подменные пальцы, которые удерживают. Ты ими будешь пользоваться не только, когда ты играешь без педали. Уверяю тебе, когда играешь с педалью тоже. Что очень важно, чисто психологически, удерживать основную линию, но слышать, что внутри. И вот это внутри дает напряжение и разное соотношение между аккордами. Это трудно понять. Но если запомнишь и потом посмотришь, ну, ты медленно поиграешь, оттолкнись от этого. Вот это ты играешь. Что слышно здесь? Никаких триолей здесь нет. Похоже, это на мелодию. Отсюда я иду к аккордам. Раз. А ты играешь все время, меняй ногу, у тебя грязно. Потому что главного нет аккорда, в котором есть суть. А вот там, где внутри в аккордах меняется гармония, вот это все надо очень хорошо чуть-чуть фильтровать с тем, чтобы этот аккорд звучал. Он же звучит полтакт. А где-то звучит целый такт и еще в следующий. Значит, вот это все, что мы строим на нем. И оно постепенно ушло. И то, что ты делаешь, да, и новое, да, там нет этого. Вот эта смена ноги дает шов. А если я взяла и тут же поменяла, да, вот смотри. В тот момент, когда я руки несу, то будет чисто. Дальше ты еще раз подменишь, и будет совсем чисто. И он выйдет, этот аккорд. Сюда. На этом посуду.
и ровно все уходит. Такая педаль, чтобы эта четверть звучала, а тут была бы восьмая. Обязательно первый бас должен быть, несмотря на диминуэнто, более точным. Это то же самое, как в Рахмане. Да? Там надо играть вот этот звук. Потом будет давать до. Там растет колокол. Да? А не нота до. Она присутствует, но там растет серединка. Вот это задача в этой прелюдии. Все ясно? Молодец. Все. Свободно. Если есть какие-то вопросы по прелюдии, говорите, спрашивайте сразу. Давай. И быстро собираться. Давай. Так, что мы не доиграли? Мне все равно, что тебе надо? Я все могу. Не высоко тебе? Я вот сегодня. Вот мне вчера казалось, что тебе неудобно, да? Попробуй. Убери-ка этот стул, попробуй. Будет низко, да? Попробуй. А нет в школе здесь никакой подкладки, потому что кому-то было прям... Не музыкального, просто хотя бы просто какой-то. А так низко? Так низко, да. Подставочки. Я просто банкетку. А есть банкет? Ну так, пока играю лучше низко. Вот пока низко, играй Баха, пока банкетку несу. Баха лучше играть ниже. Чтобы у тебя рука была ниже. А вот смотри, какой стул. Ну-ка, давай. Пониже сильно. Нет, сильно пониже. Просто я думаю, что какая-нибудь оторванная от стула штука есть где-нибудь в школе. Вот для Баха это хорошо. Не держи только руки так. Вот опусти. Вот возьми руки отсюда. Да, вот твоя задача, когда мы играем барочную музыку и классику, лучше садиться ниже. Не страшно, что в процессе игры, даже если вы на конкурсе или на концерте, вы на следующее сочинение или на этюд приподнимите стул. В этом ничего страшного нет. Почему? Потому что Баха неудобно играть так. Здесь должно быть приложение вот отсюда, да, как бы от руки. И вот эта часть, когда ты занимаешься, сейчас, возможно, не выйдет, но ты должна думать о том, что вот эта часть, она очень гибкая, с маленькими движениями, потому что от нее зависит вот минимальное все. Ты не можешь вот так вот все время держать руки, да? Твоя задача работа от низкого старта работать, не от высоких пальцев, а от низких, потому что вот это, да, вот здесь оно все. Поехали. Давай сегодня, просто я должна вовремя закончить, чтобы сразу, да, по ходу пьесы, чтобы я не забывала, сыграй отсюда. Да, вот очень ритмично. Раз, два, раз, сняла. Нет, вот это аккорд. Вот там органный, да, представляешь? Вот ты стремишься туда, не крещендо, а просто слушаешь вот эти ноты. Вот слушай. Молодец. Только не держи, потому что мы не упираемся сюда. Очень волево и весом. Вот тебе нужно это. Это свободная каденция. Вот давай играем это. Да? Да.
та-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 та
Фа слышишь? По аккордеону возьми. Прям бездал. Фа. Раз, фа. Недолго. Раз, фа. Тебя должна остаться нота фа. Аккорд, перенос на первый палец. Переносишь на первый палец тогда, когда аккорд еще звучит. И снимаешь педаль и держишься. Нет, 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 куда. Раз, два. И свободная каденция. Так-то практически, да? Лучше. А теперь направить аккорды. Ритмично, сыграй медленно. Нет, у тебя фа не развивается. Куда? Кран открыла и ушла, называется эта игра, да? Нет. Раз, два, раскатывает все его хроматические фантазии Фугина. В ре минорном концерте такие же каденционные вещи. Еще есть ряд прелюдий фуг, понимаешь? Это нельзя играть сразу быстро. Вот этот момент, да, свободного времени. Для барочной музыки свободное время – это вообще одна из главных составляющих. Там вот это ощущение времени вообще самое феерическое. Вот просто замечательно. Поэтому надо этому учиться и пользоваться этим. Это же одна из 30 старых, которая остается. Ты ее игнорируешь. Ты говоришь, аккорд не побежала. Она же есть. Давай, пожалуйста. Не, ну слушай, ты же ее не слышишь. Я считаю 16-й пополам. А фа остается. Не, не надо. Песа прямо. Последние две четверки 32-х ритм. Дальше. То же самое. Вот эти две четверки это ритм. До этого свободная каденция. Медленно, это не выйдет сразу весом. Нет, каждую ноту мне играй, вот для меня. Зачем ты так рано переносишь? Необходимости этого переноса здесь нет. У тебя очень удобно, кроме одной ноты, все играет правая рука. Нет необходимости. И еще посмотри, ты когда играешь, вот тоже, они все такие музыкальные, хочется их стукнуть. Весом. Очень активно. Не надо сейчас быстро. Ты начинаешь музыкальничать, что-то здесь изображать. Нет здесь этого ничего. Ясно, членораздельная, да, вот каждая нота. Я тебе показываю свободно. Ты потом постепенно эту свободу уменьшишь. Но ты должна продекламировать, да, вот каждую ноту. Сказать каждую ноту. А ты пробегаешь сразу и такой... Представить себе, что это было так, мне сложно. Давай. Вот это мало. Если ты играешь так, пожалуйста, две четверки. Та-та-та-та-та. Вяло. Да, это важная нота. Три и два. Дальше идешь. Там нет такого. Это... Ну, играй. Да. Два по четыре. Раз. Восемь. Потому что ты возвращаешься в темп следующего такта. Раз и. Раз и. Там. Раз и. Два. Три. Да? Вот здесь. Раз и. Два. И. Поэтому свободно.
И от этого, от этого такта, да, от этого такта возникает уже ритм. Сначала склон, раз, два, три, четыре, да? Вот эта четверка, она уменьшает время. Давай отсюда играем. Прям мимо. Следующий, да, вот эти. Напористые. Нету четвертого. Да, первый. Вот. Ага. Да. Дальше играй. Возьми ноту. По нотам делай, что говорю. Активно сняла. Фа держишь. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. Три, четыре, раз. Вот это ударное от си бемоль. Раз, два, три, четыре, да. Дальше. Назад время, да, и очень четко. Дальше играем. Какие там? Дальше играем. Стоп. Тоже. Ля остается. Там получается раз, два, три, четыре. Сняла аккорд. Раз. И вот когда ты начала, раз, вторая часть такта должна начаться от очень точного ритма. Не снимается ля, оно переходит. Вот тогда соль бемоль получается, а не соль бекар, понимаешь? Какие там и ты идешь сюда, слушаешь что-то. Смотри, ну ты там эти звуки все остаются. Да. И исчезла. Да, вот прям тут. Та-ра-та. Быстро, но на первый. Та-ра-та-та-та-та-та-та. И ушла. Да, только вот без этого. Смотри. Никаких движений. Нет, да и доигрывай. Ну да, давай. И сиди, да, слушай. Да. И так же начни вот это. Там есть такие. Другой вот это. Там немножко более плотное, не тяжелое, не музыкальное, а просто более густой, как бы, тембр звука. Вот теперь сыграем то же самое. Здесь нет мелодии в левой или в правой. Она вот эта такая, как в чеконах. Да, вот она такая, идея такая. Поэтому нет главного тут, нет главного тут.
Вот это время, тогда как бы разбросано. Там не обязательно прямо играть как метроном, как заряженный, да? Не глотай только ничего. Нет, я попал. Вот здесь самое трудное вот слышать вот это. Да, вот когда этих нот нет, как не играй, все равно фигня. Медленно, не надо, это быстро не выйдет. Я быстро показываю, чтобы скорее. Ты опираешься, у тебя левой, да? Ты привыкла. Да, их ты можешь не играть, вот стаката. Просто эта нота вовремя уходит. В ней есть время, когда она вот так играет, так или вот так. Вот это одно. Больше расстояние. Только посмотри, не летай. Не, я тебе что скажу? Снизу руки. Вот прям железный ритм. Все ноты одинаковые. Вот научись сыграть все ноты одинаковые. Вот у тебя в левой одна, а в правой три. Они одинаковые по весу. Вот ты представь себе, что ты пришла в европейский рыбный магазин, и там лежит рыба вся одинакового размера. Это производит впечатление. Евростандарт. Ты бросай, ты хочешь сыграть коротко. Это коротко или длинно? И не коротко. И не длинно? Да. Нет, вот, и тебе не надо ничего другого. Там нет стаккато. Там есть, смотри, что одна, другая тональность, третья, четвертая и пять бадур. Правда? Это вот если представить себе клавесин, это три разных мануала или два разных мануала. Тут переключили, там переключили. Это разный звук. По-любому разный звук. А ты играешь одинаково, но пытаешься быть выразительной. Еще руки вот такие, и все пропадает. Вот в чем суть, да? Просто ровно, как токкату. Это прелюдия ближе по жанру к токкате. Понимаешь? Все близко. Вот у тебя, да? Вот ритма нет, ты все время дергаешься. Ровно, да? Не скачи. Между тобой и клавишами можно положить трехтомник. Даже промокашку нельзя. Рядышком все, прямо вцепившись в клавиши. Слушай. Нету. Другая. Где было? Где было? Где это было? И. Вот послушай, раз и, два, и, три, и, четыре, и. Вот у тебя отсутствует и в правой руке. Раз и, два, и, три, и, четыре, и. Раз и, два, и, три, и, четыре, и. Вот это и, неважно какой там, я не вижу какой там размер, не помню, но он считается на четыре. Да, вот это и у тебя отсутствует в руке. Оно дает ровность. Оно не дает у тебя все время какой-то истерики. У Баха нет истерики, да, это абсолютно вот ровное. Какие-то подзвучки, что-то, в зависимости от гудящего клавесина или гудящего органа, или наоборот, более сухого клавикорда, который тогда был. Это меняло суть. Но не меняет принцип. Это ровный 16. И эта восьмая, которая у тебя в левой руке, ее надо видеть в момент паузы. То, о чем я вчера говорила. Когда мы не слышим паузу в правой руке, у нас нет ритма. Поэтому я тебе предложила играть отсюда. Раз, и, ба, и, раз, и, ба. С учетом барочности, когда восьмушка играется короче, чем она написана, в таком рисунке, то получается, что ее можно представить себе вместо этой паузы. В
все ноты. И, ма, и. Не играй стаккато, просто четко. Положи руки. И. Отлично. И не смотри удивленно. Это лучше, чем то, что ты делаешь. А вот это не надо. Ля. Это отсюда сразу, да, вот запрыгающий. Очень четкий, внятный звук, но другого веса от первой ноты. Нет крещенды. И новая. Да, а скажи что-нибудь. Та-т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 а
Говорить до конца. Тогда ты на месте. Еще раз. Да лучше. Без перехода левой в правую. Отлично. Супер. Понял? Вот секрет в этом. Когда нам нужно сыграть внятно, обязательно нужно находить речевой подтекст. Почему? Это привычку я выработала годами, потому что она работает железно. Когда существует речевой подтекст, то у человека агогически по-другому звучат пальцы. Когда он произносит, он не сыграет быстрее, чем он произносит. Если он это делает, он делает неправильно. Значит, заставьте сделать так, чтобы это было правильно. Это важно. Произнести в том темпе, в котором ты играешь. Тогда техника приобретает ясность, а не просто сумбур. Потому что все остальное – это просто моторика природная. У тебя прекрасная моторика природная, но ты ею плохо управляешь. Надо ею хорошо управлять. Для этого тебе нужно все время придумывать себе речевки, слова, предложения, все что угодно, что ты хочешь сказать, чтобы эта техника приобрела осознанный, управляемый характер. Тогда ты будешь там, где надо. С этим понятно, да? Не будем на этом долго, дай минуту. Да, и последнее, что здесь нужно, когда ты играешь вот это. Как все у Баха. У него вот есть дата игры, такая же, да, то, что мы говорили. И вдруг вот после этого такого хроматического сильная нота оказывается в левой руке. Да? Вот так, где нужно 4-4. Да, вот сыграй мне это. Вот переход обратно в токатность, да? Вот этот переход в обратную. Ре там. Ты играешь си, а там ре. Там есть две опоры, которые возвращают. Поэтому это не может быть. Да? Потому что вот оно идет. А потом вот. И ты переместилась на рвану. Сняла педаль. Вот там, где будет по 4, там сняла педаль. А все остальное с педалью, как в органе, как в храме. Да? Вошла и услышала в соборе, как звучит орган наверху. Да? Поэтому педаль здесь обязательно будет. Она, конечно, будет очень такая фильтрованная, а тут она уже снимется. Вот я тебе написала. А еще раз вот это сыграем. Это капенция. Да, больше веса. Нет, там ре. Нет, смотри, ре в левую руку, правая от третьего и на третий. Да. Нет, смотри. Это хорошо. Первый. Третий. Да. Другие ноты и другие пальцы. Я тебе написала. Да? Вот это ре будет вниз первым пальцем. А с правой руки будет от ми-бемоля от третьего. 3, 2, 1, 3. А левая рука будет от первого. Медленно. Возьми ноты. Я тебе нарисовала. У меня просто дело в том, что редакция неправильная. Неважно. Раз. Поняла? Вот это вот переучить. Хорошо.
все равно. Хорошо. Эту ноту убрать в левую руку отсюда. Сильная, да? И дальше то, о чем я говорю. Вот это коротко. А дальше мы с тобой сделаем. Поняла? Фуга. Вот это, хотя бы это выполнить уже будет достаточно. Это Глинка сидел Ваня на диване. Баха мне играем, пожалуйста. Раз, та, па, па. Заканчивается тема, там уже на уход. Какая самая высокая по энергетике нота во всей этой теме? Из чего вдруг? А что значит из этой? Это все одна тема. Вот она отсюда началась. Где самая высокая часть? Нет. Нет? Вот эта вершина. Вот отсюда до сюда. Это вершина темы. Ты не можешь сказать одна нота. Ну как одна? Она энергетически в этих нотах. А дальше ты ушла. Нет, я так не делала. Лучше, но мало. А вот это куда? Куда тебе? То же самое. Почему быстрее? Куда? Надо учить. Вот тебе надо выучить тему. У тебя здесь, вот когда ты играешь второй и третий голос, вот в этой ноте, которая восьмая, если ты ее не держишь, ты не чувствуешь ее время. Ра-па-па-па-па-ра-ти-та-там-пам-пам. И вот когда ты играешь, ра-п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 а
И что происходит в противоположном голосе? В контрапунктах. Этого же нет. Ты играешь каждую руку абсолютно ad libitum. Потом это... Вот это должно быть выполнено железом. Потом уже можешь делать дальше следующие шаги. Но пока это не выучено, дальше двигаться нельзя. Потому что нет устойчивости в теме. Значит, вот эта восьмая, которая в такте с шестнадцатым, ее надо слушать как две шестнадцатые. И вот начиная с этой точки, все восьмые считать шестнадцатыми. Иначе у тебя нет устойчивости. Особенно, когда наступает левая рука. Ты играешь, во-первых, сразу вперед. Там еще это синкопа, да? Этот переход. Она требует времени. А ты так, и у тебя это подчеркнутая нота.
потому что от нее понимаешь, от нее движение. А ты ее шарашишь как акцент, просто так бум-бум, врубаешь ее, понимаешь, левая рука вступает в своем темпе, а третья тем вообще уже кубарем. Дальше играешь так. Почему? Сыграй вот это. Это запели тенора и баритоны. Да, вот они имеют вес. Здоровые дяденьки ходят, такие стоят, не худосочные мальчики такие. Но там есть воля, понимаешь, которую ты не проявляешь. А вот это все... Там же есть этот босс. Да, ты слушай это. А ты так везде кричишь. А к третьей. Давай, а третья тема. Нет, ты так играешь. Та-та-ти-та-та-та-та-та-та. Нет, это... Ты играешь так. Вот эти шестнадцать, у тебя же есть, а есть ли вот слышишь, как ты играешь? Все закончено. А там. Вот у тебя тема играется так. Все. Потом следующая тема. А это одна тема. Она здесь длинная, и этим она сложна. Еще и в достаточно подвижном темпе. Да еще и с определенным характером. Он может быть танцевальный, может быть скерцозный, какой угодно. Понимаешь? Для меня он больше танцевальный, чем скерцозный. Вот для меня лично, мое восприятие. Ну, конечно, это какой-то танец подвижный, да, с какими-то па определенными, очень ритмичный. А что скерца, что здесь какая-то шутка есть? Ничего себе пошутил. Я шутки здесь не вижу. Он ближе к какой-нибудь даже жиге. Какой-нибудь куранте по характеру, да? Вот если брать там свит какие-то примеры, просто вот к чему-то такому. Не выплевывай вот это. Да вот это куда? Вот что-то сыграй. Фа. Сняла. Последняя нота подвигает. Что последнее снимет. Поняла? Вот это надо выучить. Потому что если этого нет, то дальше ничего не будет. Там есть только, я тебе просто покажу, что здесь есть одно место, вот когда начинается вот это. То же самое. Вот в этом ряду шестнадцатых меняется одна пара шестнадцатых. Посмотри. Вот ты когда начинаешь, вот здесь должен быть звук, отличимый от этих шестнадцатых, которые сопровождают тему. Да? А вот в этой части, где идет развитие какое-то, да, вот отсюда, вот таким немножко. Не музыкальным, а просто вот как в прелюдии. Да-да-да. Четко, но пьеса. Но при этом. Вот в этой части, да, вот они начинают бить ритм. Как бы войти, да, и войти уже в тему, вернуться. Да, вот этот кусок, он должен оттенить это состояние этой фуги, да. Но вот это должно быть парно, потому что важно. Вот это...
пятая часть такта, она становится вдруг внутри себя немножко более та-та-та-та-та. Да? Не поняла? Вот позанимаешься этим, попробуешь. Хорошо. Так, отлично. Молодчина. Давай дальше. Полька Шостакович. Это ты играешь из балета версию? Нет, я понимаю. Это ты играешь версию чистую, да? Вот Шостакович. Да, потому что есть. Он есть попроще, но как бы с транскрипцией такой, да? Хорошо. Сделаешь мне, ладно? Ижи? Ну вот все, что есть. Хорошо играешь, молодчина. Надо играть. Это все-таки, когда оркестр играет, это одно. А на рояле здесь вот эти... Да, вот их надо сыграть, эти тромбоны. Да, вот пара. А отделить немножко здесь. Нет смысла, да. Потом, когда ты играешь вот эти... Хватает вот этого гудящего. Такой занудный такой тромбон, который не может быстрее. Поэтому дальше. Да, вот прям сверху. Должно быть железо. Вот сделай это. Вот внутри такая пустота. Хорошо бы царапываешь мелодию. Не нужно. Весь аккорд. Там есть вот это. Да, это я. Вот это слушай, пожалуйста, тихо. Сняла. Раз. Педаль на каждый. Четверть тромбон. Доти. Ну, раз. Взяла на педаль. Звонко на педаль. Доти.
обязательно. Потом ты играешь вот такие вещи, да, какие там, не знаю, ля-ля-ля-ля-ля. У тебя вот появляется вот этот домажор. Эти нету педали, да? А потом уже играешь та-та-та-та. Это вот это. Вот это прям можно двумя руками. Ты играешь, конечно, но характеристик мало. Да, вот это сыграло. Этот акцент, он такой оркестровый. Да? Вот, вот чтобы слышно, это такой пиццикато, виолончели, да? Оно под педаль. Это более комично, более эксцентрично. Вот давай. Не-не, это бархатно. Прям капризные такие. Вот. Слышно? Третьим. Правый. Правый дальше. Да. Это я вот это у тебя мало внутреннего движения. Все-таки генерал такой. Очень рано. Вот сыграй. Ты так рано убегаешь, невкусно. И это прям... Не, это я... Это пиццикато каждый. Посмотри, вот там есть такая пустая виолончельная. Вот каждую слушай. Слила и бархатную. Там нет связной педали. Я просто на короче. Там же есть аккорды. Ты не захватываешь вот эту педаль. Захватывай. А где это? Педаль немножко больше. Нет. Послушай, ты. Там есть педали. Другой акцент. Это в пьян. Это в другом состоянии акцент. Аккорд. Здесь в этом месте добавить басы и педаль. То, что ты симпатично это играешь. Педаль, бархат, да, характер. Вот эти все разгоны капризни, да. Здесь услышать вот эти пустые пиццикаты виолончельные. Обязательно это педаль. Очень короткая педаль. Дальше разгоны. Не сразу, а с капризным рисунком, чтобы было понятно. Это играешь хорошо. Вот это и... Какие
какие там, я не вижу там какие-то ноты. Вот эти такие храмушки. Да, вот. Рукой я. Да, это характеристики, это звук оркестра. Это пьеса оркестровая. Начало очень хорошее. И вот это хорошее. Только ты играешь по правой. Тай-я. Это полька. Вот сыграют две руки вместе. Нету. Уже нет. Не-не-не. Тай-я. Тай-я. Раздели, не играй так. Вот чёсом не играй. Ты скачешь по музыке. У тебя третья, восьмая в такте не вместе. Она не вместе не просто потому, что физически не вместе. Она невкусная. Два и у тебя плохое. Поэтому вот два и во всей пьесе надо найти. И когда вот это труба. Вот это труба. Вот так бахнут. Валторны, они чуть медленнее. А это труба звонкая. Разврать не буду, но смысл в этом. Вот в этой польке, которая замедлена. Ты должна понимать, что эта полька балетная на пуантах. Не просто танец. Да? В ней другая скорость. В ней вот это цоканье, переданное пуантами, оно как бы дает определенную остроту ритмическую. Там так быстро нельзя. Да? Там достаточно много как бы псевдокривляний и всего остального. А так в целом очень симпатично ты играешь. Вот это добавишь, и будет прям хорошо. Так, дальше поехали. Спасибо. Дальше. Кто у нас сейчас будет? Ариана. А, здоров. Привет. Что сегодня? Ага, давай. Thank you.
просто все у нее послушать. Я не хочу ее ковырять. У нее все здесь с педагогом совершенно замечательно и грамотно все сделано. Мне хочется только пожелать тебе сделать несколько моментов внутри себя. Устойчивость ритмическую в момент, когда есть пауза. Раз. Вот ты просто, к примеру, вот ты играешь от себя. Раз. Это все-таки барокко. Да. Раз. От аккорда. А вот это... Смотри, один этаж, другой, третий, четвертый, раз, два, три, четыре, раз. Вот это не работает просто. Возьми эту терцию в правую руку. Лучше звучит. Вот чтобы снять, и в то же время, чтобы была четверть. Педаль убираешь, а четверть нет. Четверть, вот так. А это другое. А это... Это вступил гобой. У него длинный звук. Да? Там нет такого короткого. Вот когда мы играть весь оркестр, да? В этом есть такая барочная приподнятость, и поэтому четкость и внятность. А вот здесь... Вдруг тема гобоя, да? На короткой пиццикатной теме струнных, да? Вот отсюда. А ты так... И ты как бы играешь хорошо, но эта тема так как-то она, между прочим... Раз, два, три. Нет. Там гобой. Да, и не просто. Это же не украшение, это тема. Это именно тема. А ты мне как сыграла первый раз? Да, вот не будь заведённым. И слушай вот это. Смелости на произношение различных линий. Вот она замечательно играет. Вот правда. Вот хорошо играет. И все правильно играет. И качественно, и с хорошей волей, и с хорошим напором. А вот этой смелости временной тебе педагог не даст лишнего. Я его хорошо знаю. Он замечательный совершенно. Поэтому если... Но я уверена, что он тебе про это говорил. Может быть, другими словами, с другого бока, но про это. Потому что вот этого не хватает тебе. Понимаешь, чтобы вот быть королевой, а не принцессой. Да, вот это, об этом просто подумай. Потому что все играешь хорошо. Потом вот есть такое, например. Вот это типичное место, когда... Да, вот этот пафос. Слишком много пафоса на один квадратный сантиметр в этой музыке тоже много, да? Вот там же были у тебя потом мажор, другой, опять другая высота, да? Есть напряжение, вот оно. И свернулось. И уйди. Вот это субито-пьяно,
которое есть, его очень трудно донести в зал. Одно получается, только если эти две ноты еще не пьяны. Вот когда от второй четверти пьяны, вот тогда его слышно в зале. Нет. Вот нет. Смотри, там даже можно пальцы не менять. Да, да, ра. У тебя когда снимается правая ручка? Вот она снимается. Раз, ба. Ну, там пьяно. Ба. Да, пьяно, не маши рукой. Да, не маши. Раз, ба. Да, и такой звук. Не, качество. Да, подожди, а это другой. Не слушаешь. Да. Это слушай. Вот тебе же не просто подчеркнули. Тебе... Вот они три раза, нет. Они же в длинную. Оборочная. Понимаешь, вот эти все выходы, они не случайны. Ты не слушаешь длинную. Поэтому это некрасиво. Сделай красиво. Поняла? Нет, ты не должна играть сюда. Это банально. Да, и горячо. Сверху начинается, идет сюда.
какая-то вот должна быть такая история. Вот это добавь для себя, ты это сможешь вполне, и ты будешь просто в шикарном виде. Так, там что-то у тебя, Шостакович, Рахманин. Ну, что хочешь, сыграй, что хочешь. Давай, а Шостаковича какая? Шостаковича 14, 15, 24. Рахманина? Просто сыграй нам, как бонус за свою хорошую игру, мы тебя с удовольствием послушаем. Держи еще педаль. Там педаль, да. Да, не надо уходить, не нужно, да. Здесь надо еще поучить чисто технически. Тебя очень часто вот здесь, когда у тебя в правой руке эта тема, арпеджированная, не хватает количества. Да, иногда вдруг не доходит, да. И вот и в конце тоже, да, не просто, а просто по количеству, вот когда ты играешь. Нет, вот просто количество этих тонов. Это первое. Теперь, когда ты играешь, вот ты начинаешь как бы от этого звука, ты его как бы ловишь на педали, да. Мне просто западает. Вот ты играешь там, да. Пришла к этому форте и ушла. И вот здесь как бы первый раз. Как бы услышь эту тему, да? Потом она у тебя... Здесь хитрая педаль должна быть. Вот когда нота ля снимаешь и берешь, да? Это трудно. Отсюда выходишь.
уже так, как ты играешь. И то уже не сетва, а иначе это восток. Да, они тоже как бы доходятся, да, в какой-то динамической волне. Потому что у тебя не очень слышна эта тема. И вот отсюда, когда разложен... А это в этой же педали. И продолжил, да? Вот это над этим продолжением поработать надо, хорошо? Чтобы вот это получилось, да, с продолжением. Потом вторая больше, и ты играешь как-то... сыграй, он плохой, потому что вот здесь нет, все разваливается, это педали держатся, а правая рука играет мелодию. Нет, вот нет этого шага. Сейчас как-то, господи. Этот радиес за счет левой, да, потому что здесь очень трудно, эта прелюдия сложна педалью, очень сложна педалью. Здесь без хороших ушей, без педали, почему-то ее играют, я не знаю, так часто, как легкую, наверное, я не знаю, мне непонятно. Это абсолютно высший пилотаж педальный. Она не такая громкая, как ее играют, она более трепетная, она напряженная, да, вот я этого не слышу, я слышу крик. И как бы невнятность такую длинных тем, которые вот там, знаешь, как у Рахманинова, они отплывают куда-то, да, они появляются и не имеют границы, они какие-то масляные, они какие-то у тебя драные. Вот ты играешь, вот так ты играешь. Педаль поменялась уже здесь. Слышала? Это прицепило, услышал, прицепило, услышал, прицепило. И меняешь педаль. У тебя задача держать этот ре диез всем, чем можешь, и ты приходишь. Тут абсолютно, знаешь, как в четвертом концерте Рахманинова, когда флейта играет тему в первой части, а там у пианиста вот уже такие длинные звучности. Вот это оттуда. Очень длинный. Появляется этот шаг, и он выравнивает время. Мелодию.
берешь педаль. Вот это не живет, потому что не хватает остроты. Да, дальше какие-то будут. Нет, вот я слышал это. Раньше крещендо, чем нужно. Это два пьяна, форте значительно позже, значительно. Очень громко, да? Ты сначала движение. Туда надо разбежаться, и не тяжело. Это оркестровая пиццикато. Вот и закончено. Соедини вот это. Да. Да, это где? Там же есть это? Это тяжело. Это пьяно. Самое трудное, это и вот здесь надо уже изменить педаль. Это вот отсюда. Да, вот она как бы вот отсюда, смотри. Вот отсюда педаль. Смотри, что получается. Вот чтобы на это не отвлекаться, взяла. Вот у тебя вот это не соединяется. О, это педаль. Вот вместе с рукой педаль. Очень эластично сделать. Сделай, пожалуйста, мне.
Нет, а сначала отсюда. Это время, вот отсюда. Нет, аккорд. Потом дальше. Да? Вот где здесь ре диез, педаль поменяла. Нет, все сняла. Рука здесь. Да. Понятно? Вот это сделаешь. Потом сыграешь, и вот отсюда играем. Значит. Вот это нота си. Я не знаю, играешь что это или нет, я не увидела. В правую руку. Когда выходит. Сейчас как-то, господи, какие-то ноты у нас. Поняла? Это дает тебе время как раз взять вовремя. Так играешь? Нет, ага, не мучайся. Потому что там важно вот это удержать. Да, вот эта нота педали. Поняла? Вот это все гармонизмы, да? Соль, бека, фа, дубль, диез. Есть только один шаг в этом пассаже. Ре диез, нога свелась, и аккорд. На уход, да, дочать? Вот это вот. И тут держать и снять ногу. А потом. Да, вот у тебя вот здесь нету. Ну вот, вот такие пожелаю. Поищи, послушай. Я кое-что подписала, посмотри, да? Это просто очень важно. Вот эта нота си, которая из диезов потом в соль бекар, и нота си уже меняет здесь тональность, поэтому здесь это важно. И это удобнее, не получается дыры. И вот отсюда заходит в движение. А вот это внутри темы. Да, вот чтобы тема вот эта сохранялась дальше, это внутри нее живет. Вот здесь таких моментов очень много. И когда ты переходишь вот эти вот сразу вот это, да? Там, потому что вот это, там есть пауза. Да, вот какая-то такая в тишину ходить. Ну вот, хорошо. Фух, давайте следующего, а то не успеем. Пожалуйста. Так. Аня. Ага. Анечка, да. Дальше. Первая, вторая часть. Да, вперед. Ох, моя спина. Пропадай, моя спина. Сейчас, я тебе только одну пометочку сделаю, да. Так, Анна, вчера у нас был с тобой этюд фисмоль. Thank you.
Ачилеранда там слово видишь? Ты так ты укорачиваешь в половину. У тебя 4 четверти. Угу. Угу. И когда у тебя колокол бьет, сначала от маленькой амплитуды, потом от большой, он разве быстрее возвращается? Наоборот, расстояние становится больше, да? Ты в себя воздуха набери и положи руки просто в окошко. Вот в это. Да, вот сразу, вот отсюда. В этом концерте очень сложно готовиться взять первый аккорд. Всегда очень трудно. Просто положи руки и играй. Сразу. Да, и всегда будет. Почему, не знаю. В тебе бомба должна быть. Рано аккорда. А это поздно, да? Вот еще раз. В тебе должен быть механизм, да? Тихий так. Я пам-пам-пам-пам-пам. Положи руки. В голове настройся. Приготовь. И когда ты положила руки, положи их, вот, чтобы ты чувствовала вот кожей терцию и ноту до. И сразу возьми. Все. Поняла? Теперь слушай напряжение. На соль, кто будет менять. Вот смотри, Анечка, вот в этой точке уже когда а потом не успеешь. Где четверть, видишь? Сразу чисто, нет. Долго звучит хвост. Вот здесь уже убираешь. Иначе ты не будешь слышать. А тише, не меси все. Здесь еще есть такой момент. В этом концерте оркестр такой силы и мощи всегда, что наши пять форте ничего не дает. Но очень важно вот это. Вот эта часть на медали. Да, вот переход. И отсюда сюда. Переход внутри, с левой в правую и сверху вниз. Вот это помнить. А дальше... Раз, два, три. У тебя в этой фигуре нет во второй четверти. Два, три, четыре. Вторая, третья четверть без ноги. Да. 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 Когда я говорю без ноги, не значит, нога есть всегда. Ты держишь бас. Два, три, четыре.
стоит мецо форте, еще стоит только начало крещендо. Не более мецо форте, да, там оркестр тебя ведет, прям играем. Это темп. Темп ровный, ровный вход. Значит, пожалуйста, вот там я тебе сказала, когда у тебя вот эта тема в оркестре, да? Аккомпанируй оркестру, слушай себя относительно оркестра. Волна, понимаешь, не надо каждую не надо каждый раз вот так играть, оркестр играет вот сюда и слушай это время, какое у них будет, ты вынуждена слушать вместе, ты должна играть здесь в тандеме, ты не можешь играть свои, значит все фигня получается, да, потом дальше, значит вот отсюда играю. От два темп, пожалуйста, раньше откуда-нибудь отсюда. А прозрачнее вот это, не куча и пьяно. Где не надо правую, левую. Да, только без. Это хорошо. Да, слушай левую. Вот эти штуки слушай. Да, отсюда. Вот в тот момент, когда ты снимешь ногу, тебе нужно дослушать эту мысль. Я тебе говорю, дослушай мысль. У тебя мысль какая? У тебя вторая часть так-то. Нет, не втыкай мне сейчас, а педаль. Вот это каша. И сразу победим.
кидали. Да, вот в Рахманинове есть эта поющая, певающая история. Кричи, да? Вот ты садишься на аккорд. Да, только не рычи, ты животом играешь. Не надо животными страстями. Ушами играй. Уже есть эти опять пары. Нет, нет, возьми это. Выли это. Чудовищные уши. Ну что? Ты же прекрасно играешь. Понимаешь? Ну ты вот с таким массивом, да. Почему? Человек, который уже так играет хорошо. Я вообще не должна сейчас про педаль ничего говорить. Она хроническая. Я не буду тебе говорить, тут возьми, тут сними. Она постоянно действующая. Но все должно быть внятно и слышно. Что-то должно быть длиннее, что-то короче. Но ты должна, вот у тебя есть. И пошла дальше. Первое более жирно. Более ласковая, вторая, пожалуйста. Левая при твоих пальцах. Ну-ка, ну-ка, играй мне. Ну, хорошо. Лучше, молодец. Все ноты внутри играют. Любите играть мелодию, а гармонию не любите. Не можешь ты? С акцента начинать не можешь. Слететь можешь. Да. А еще, смотри, вот сыграла. Пришла, а сюда нет. То, что дает чистый такт, да, вот этот бас. А его не пришла, да? Молодец. А это... Это же... Хотела похвалить закон, всю одну педаль можно. Прямо из меня откуда-то менять все. Мало держит, мало делать руками. Ручки держат.
Оркестр тебе это делать не даст, поверь моему опыту. Что бы ты ни делал, в темпе успевай, потому что они не будут. Ты улетела, нет остановки. Нет, улетела воздух. Нет, не так. Нет, вот ты играешь. Снимите вместе с оркестром. Ты должна улететь оттуда. Хорошо, молодец. Я тоже буду кусаться. Там есть... Да. Да, это абсолютно фантастические вещи. Да, да. Ты играешь. Ну, как-то входишь в раж. Значит, ты чтобы... Нет, все слышно. Даже если ты хочешь играть свои акценты, играй, ну, по-другому. Mm-hmm. Да, иди, имей идею. Да? Да? Не надо раньше оркестра приходить, останешься одна. Да, пью мозг. Ты не заполняешь. Ты уже пью мозг. У тебя нет. И сюда. Раскатываю. Да? Вот это так, где 16-й? Ты, да, я. Да, вот это железно. Да, вот железно. Нет, играй. Играй все ноты. Там 4 группы. Вернее, 2 по 4. Сыграй все ноты. Скажи все ноты. Си, ре, ми, фа, соль, ля, ля, си. Си, ре, ми, фа, соль, ля, ля, си. Да? Вот скажи. Тара-тара-тара, па-па-пам. Да? Вот. Говори. Тара-тара-тара. Дальше. Нет, важно вот это. Это гармония. Это уже сработало. Это сыграл оркестр. А ты играешь вторую четверть. Обратили внимание, я все время в работе с концертом вам говорю про вторую четверть. Вот оно и есть. Раз, они сыграют, а ты должна...
внести корректуру, да? Вот то, что будет потом давать эту фантастику, да? И вверх. Давай так. Ты первый играешь. И еще, понимаешь? Вот такая... Ну, просто хочется тебя стукнуть, правда. Ты послушай, чего ты играешь. Нет. Не играешь на левую? У тебя халтура была. Так, где интервал? Да, ты куда не втыкай в них. А слушай, ты не там есть какая-то пластик? Нет, не надо спешить. Там-пам. Не спешите. Прекратить играть быстро и эмоционально. Подумай про качество всего, что находится внутри основных опорных твоих нот. Потому что тебя это погубит. Оркестр, может быть, и будет легко, но это будет такой кондовый, тупой концерт. Там ты можешь играть совершенно по-другому. Ты можешь играть по-другому. У тебя возможности позволяют, и мозги, и уши, все есть. Но ты не слушаешь педали, она у тебя абсолютно прямолинейная. По сильным долям раз-два сняли. Здесь это не сработает. Все, что вторая четверть, после, особенно когда в оркестре есть сильные аккорды, твоя вторая четверть, она в приоритете. Без нее нет. Почему вот здесь вторая важная? Везде, и здесь. Потому что это аккорд разрешения в оркестре. Ты не можешь поперек играть так. Поэтому отсюда, а у тебя это начало. Вот тебе же не придет, вот как там начинается. Ты же не будешь играть так? Ну, я надеюсь, не будешь, да? В голову не придет. Вот и здесь не должно это приходить. Взрыв может быть разный. Дальше может быть объем другой. Это те самые рахманиновские подъемы, которые громче и значительны, но в пьяно. Они идут к пьяно. Это цель, это кульминация, которая вот должна захватить. Это есть в конце второй части концерта. Там, где кульминация, самая мощная точка, она в субито пианиссимо со всеми нотами аккорда. А вот эти вот вещи... Там педаль другая, она гораздо легче, она по каждой практически восьмой, но одна восьмая длиннее, вторая короче. И вся вот эта... Да? Потому что... Если ты возьмешь его сюиту из 17-го опуса вальс, все, ты не сыграешь по сильным долям. Там все время вибрирует эта история, да-да. Она все время вибрирует в ритме. Поэтому тебе вот этим надо заняться. Все это вычистить, все средние голоса. Сейчас играем дальше. Ну, предположим, я сыграла главу. С управляемым ритмом, да, вот не гони просто. Там есть это восточное, да? Как в симфонических танцах потом будет, да, вот это. Но она при этом нигде нет. Вот такой. Педаль.
постепенно играть Ачилеранду отсюда, да, они пойдут в Ачилеранду. Mm-hmm. Но вот здесь они будут играть почти в том же темпе. Они не пойдут сразу. Mm-hmm. И у тебя вот эти все... Опять от второй четверти. Это точно с ними совпасть. Mm-hmm. Иначе вы разойдетесь, потому что непонятно будет, какой их Ачилеранду будет. И вот эти все вещи. Вот эти вещи слушают. Ты в данном случае очень честно все месишь, а вот это как раз... Нет, это большая тебя. Там нет такой. Это нет такой. Ля-та-та. Это, слушай, нет сюда. Ля-та-та. Ты играешь та-та-та-та. Нет такой темы. Нигде нет вот этой ноты как опорной. Это невозможно. Поняла? От правой. Три. Нет, а это покажет. И показать эту вторую раз, и два, и дальше в этом темпе. Никуда. Вот слово «Ачилеранда» забудь. Ты сразу показываешь раз, два, три, четыре, два, три, четыре, два, и слушаешь, где они, и уже ты здесь поймешь. Поэтому здесь ты убираешься, тема у них, твои стоны. Поняла? Играем от этого слова. Еще раз. Смотри, когда ты играешь отсюда, сначала легкий звук, железный ритм. А вот когда ты придешь сюда, здесь стучать бессмысленно, они все равно тебя переорут. Ну, лови волну. Вот это такт, ра-та-та-та-ра, ритм. Без волны, четко, потому что у них синкопа. Тебе надо попадать во вторую часть такта. Та-па-па-рапам, та-та-ти-рапам, та-та-ти-ра-та. Вот это вместе, та-та-ти-ра-та. Да, вторая триоль, начало второй триоли. Либо у них тянется длинный звук, и твоя эта нота важна, потому что они после тебя. Либо ты с ними, ля-па-па-рапам, вот там, где ты с ними, та-та-ти-ра-та-та-та-та-та-ра. Значит, два такта ровные, без какой-либо свободы, иначе будет мимо. А вот дальше они начинают... И ты вот это... Как бы смотри, раз, два, раз, два. И пошла. Вот как бы а-ля Брева такого. Пам,
пам, я та 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 ти та та ти. И когда приходишь раз, первый, в двух руках. Да, вот все другая педаль. Очень много объединяешь. Нет, объединять головой, руками и мыслью. Да, а педаль все чистить. Это марш, и это очень упруго. И там есть такой... Как бы немножечко задерживать то, что внутри аккорда. Нет, ты играешь... Тара-тара-та. Это лихая, глупая музыка. Да, так. Проблема в том, что это держится, а педаль меняется по краям. Да? А то, что внутри аккорда, это держится. Дальше ты уходишь. Там. И вот эта пара. И остановилась как бы. И отсюда твоего рубата, как хочешь, да? Вот это как за так сюда в оркестр, потому что они играют. Сняла. Нет, все сняла. Тоти. И отправилась в ля. Вообще так играешь тему. Ты ее так слышишь? Тоти. Сыграем одной рукой. Да, и что будет здесь, форт или пиано? Я пиано делаю. Да, вот и делай, молодец. И вот это слышать. Взлет сюда. И садись на стол. Они разные там, да, шаги. Нет, ну, понимаешь, ты выпадаешь, а баса у тебя нигде нет. А раз нету баса, нет чистой гармонии. Звуковая начинает внутри работать, понимаешь? Давай, не надо в лоб. Это знаешь такое пьяно? Хочешь пьяно, сыграй форте, но внутри пьяно. Да? Нет, не слышно. Да, тащи. А минимум где? Вот
это. Ты все время так делаешь. Вот у тебя все время истерика. Вот этот шаг. Рахманинов, ты не очень слышишь это. Кантан, да, да, что значит? Вот он там стоит, что вот что-то я без педали. Позже педаль включай, ему нужно точные четверти сразу. Но точные триоли, пожалуйста. 3-4. На педаль. Два, три, четыре, раз, два, три. Считай, знаешь, как делать четыре четверти в двух. Так. Вот это сюда. Раз, не смешивай только. Вот это терция, и вот это, эти интервалы важны. Нет интервалов. Да, а теперь, сыграй, теперь имеешь право на свободу. Давай отсюда. Ты не захватываешь ноту ми. Это обертон главный. Нота ми.
ты должна играть по одному. Я просто тебе показала принцип. Там принцип такой. Вот в этом аккорде подряд взяла этот аккорд и вниз свободней следующий, такой же свободный, и он ускоряется, и отсюда ушел. Вот он сначала начинается в движении и замедляется из замедленного, опять в движении и пошла дальше. Понимаешь? Но там очень важно, чтобы ты вот это слышал. Там в левой руке вот это сюда, и потом отсюда. Да, там педаль, смотри, глазами увидеть в своих нотах. Педаль в этой части, она же вниз. Она же вниз. Она же вниз. Вот в этой части педаль не меняется. Все остальное она меняется. Поэтому слушай. Слышь, аккорд, ты же его не берешь. Ты не берешь аккорд. Не берешь аккорд. Поняла? Выучишь. Давай отсюда дальше. Да? Здесь две линии. Это... А это... Там нет замедлений. Они играют ровно. Смотри, они кидают так. Это время ты должна поймать. За так твою. Раз, два, а зачем мне ми-бемоль? А это не наружу. Вторая будет совсем маленькая. И дальше ушла. Нет, попасть. Тихо это, где минор. Сняла педаль. Что тут за ноты? Почему кричишь? Зачем кричишь? Ты не находишься пьян. Это... Нет, не находишься. Раз, два, три.
идет постепенно. Постепенно растет. Там нет бросить четверть. А играй мне, пожалуйста. Вот это можно? Да? Да, пожалуйста. Надо. Я за тебя не поеду, куда ты там собралась. Это все надо сыграть. Не надо кидаться, да? Просто мелким движением близко все сыграть. Я аккорды поставлю. Там-пам-пам. Очень четко. Это три педали, да. Раз, три педали. Да, чтобы они звучали, но при этом они были в маршевом характере. Нет? Все. Мне все. Хватит тебя. Пожалуйста. Так, что у нас осталось? А, осталась Аринка. О, давай, Ариночек. Привет. Продолжаем нашу с тобой. Ух. Успеваем мы? Я должна сейчас быстро себя. Арина, все, давай, быстро пошли. Арина, давай, быстро. Сначала оттуда, откуда мы закончили. Нет, давай дойдем до конца. Олеж, вот хорошо, только сделай мне такую педаль, чтобы никто тебе не мог сказать, почему ты берешь на 16-16 одну педаль. Вот это служит, она есть, понимаешь? Но вот она не такая. Вот она на самой верхней дольке педали. Вот чуть-чуть. И она все время шевелится. Не думай, где она шевелится. Вот просто все время шевели ногой. Чтобы она только звук давала красивый. Хорошо. А вот в этом месте, смотри, вот здесь такое, да, как бы рассыпчатое. А вот отсюда начинает давать больше пальцев, да? Вот чтобы они становились такие, да? Да, можешь медленнее. А вот играй мне все. Вот эти ты кидай. Еще раз. Подожди, подожди. Там, где октавы, там уже минор. Давай. Да, чтобы была разница. Понимаешь, вот я хочу услышать не просто, что там стало громче, и вообще минорно. Вот ты играла первый минор. Да, там, где стоит пьяно в оркестре, да, ну вот твое первое отношение. Там, и вышло опять в мажор. Понимаешь, чтобы эта вот точка появления минора, она должна быть в акустике в зале услышана. Если мы ее играем тихо и вяло, и просто, оно как бы понятно, что минор, но не берет. Да. Да. А
теперь не играй здесь октавы, потому что потом на большой скорости не сыграешь. Играй так. Убери октавы. По нижнему ряду. Да? Помедленнее. Весь переход сыграй. И вниз пошла рука. Вот здесь. Доучи, да? Ты гудишь. Не-не, послушай. Чуть-чуть больше руки и в два раза меньше ноги. Посмотри, ты ногой. Посмотри, что здесь. У тебя она прям отлетает, да? Вот она вообще вот шевелится вот там, чуть-чуть. Да, и веди, и слушай вот это. Вот там, какой аккорд в общей сложности получился. Да, вот ты это не слушаешь. Держи левую. Вот здесь что? Сыграй все ноты. И дальше. Важно. Сюда. Поняла? Вот здесь есть точки, да? Вот это первая. И ушла на пьяну. И энергетически оттолкнулась. Нет, не играть ноту ля, играть ноту си. Да? Не спеши. Это голова. Голову бери. Посмотри, послушай, услышь меня, когда будешь учить. Выстраивай аккорд. Ля-па-па-па. Та-та-та. До конца. Та-ра-та-та. Ти-ра-та-та. Ти-ра-та-та. Та-ра-та-та. И разрешила. И от второй пошла там в светлое будущее. Держишь. Не держи, сюда уходи. Иди за пальцами. Да. Нет, каш. Вот ты ведешь мелодию. Там нет этого, там есть аккорды в оркестре. А у тебя то же самое, только раскручивай. Поэтому не гуди и не устраивай там музыкальность. Объективно пальцами. Сыграем. Вот две ноты ты слушаешь, а пятым пальцем не слушаешь ничего. А зачем держишь его? Чтобы слушать, его надо держать. Да? Гобой. Гобой. Сразу. Почему гудит пауза? В паузе снимаем ногу сразу. Вот это плохо. Больше. Несмотря на то, что гармония одна, а педаль меняется по каждой четверти. Разрешила. Разговаривай. Педаль. Мне все делать руками и ушами. Пожалуйста. Не-не-не. Все, что ты чувствуешь, никому не показывай. Руками не скажи. Педаль. Сняла.
думай об этом. И внимание. Теперь очень важно. Значит, вот здесь. Две педали. И ре должно быть слышно. Двумя руками. Мало. Дальше. И вот это пошмеляете, сказал, шмель в банке. Все, закрыли, нету его. Ушла. Раз, два. Только ритм. Раз, два, три. Том, потом. Да, очень тревожно. Такой, знаешь, близкий звук, скрип, а виолончели такие ду-ду-ду-ду-ду сидят, давай. И что изменилось? Вот хорошо было, да? Прекрасно. Только не стучи ми. И что случилось? Потом уже. А он в какой момент уже тобою чувствуется? Ты идешь, конечно, ты уже идешь туда. Как это? Вот это активно нужно. Аришенька, вот эти вещи, мостик в другую тональность активнее. Нет, нет, это не мостик. Это дамба уже целая. Вот чтобы это прозвучало прям плотно. Плотно звук. Да? Это активно. Какой-то вариант по-другому. Первые. От второго, от третьего поет крещение. Отсюда играем. Нет, отсюда играем. Соло. Очень маленькая разница. Мне мало. Первый. Наступи на меня. Второй далеко. Как эхо сыграй. А третий средний. Пойдет дорожка. Вошла в церковь, а там хор взял аккорд. И ты так слушаешь его. А это кто-то другой. А это продолжилось. Там нет опоры.
габах играешь. У тебя разные голоса одинаково играются. А теперь так, значит. Да, здесь будет. И отсюда из-за такта. Поскольку это романтика. Такая, да. Пожалуйста, избавь меня от начала. Нет такого начала. Не надо, папа тебя и так поймает. От два. Они будут играть от второй четверти с тобой. Нет, не надо садиться. Ушла. А дальше будет у тебя. Вот он. Поняла? Еще раз. Вот этот цвет, который возникает в твоем пассаже. Да, который подсвучивает. Вот смотри, что ты делаешь. Вот послушай. И у тебя это село. А это разрешил. Убери педаль такую. Не отбрасывай вторую четверть. Поведи их. И уйдешь. Ты знаешь, что делаешь? Снимай. Столько времени. Нет. Ариша без детского сада. Ну, опусти здесь педаль. А что это тебе дает? Ну, можно сказать. Подожди, я много чего сказал только что. Раз. Еще вот это сказала, довести сюда. Дома и разрешить. Да? И снять педаль и взять ее там, где пойдет оркестр. Нет, сделай медленно. Я же не прошу быстро. Услышь, это свободное время, ты имеешь полное право дослушать. А кто тебя просит из штанов вылезать? Уши есть, я отпустила. Да, вот то, что самое. Пошла. Да, еще раз. Я все-таки слышу вот эту опору. А ее там, и ее там. Сыграй мне так. Еще раз слушай, как убило. Эта точка, откуда пойдет педаль, да? И ритм, да? А вот до этого это свободно. Да, вот здесь уже ритм. Нет, я же тебя крещендо не просила делать. Нет. Ушла сюда. Сняла. А пауза. Вот я как попугай Кеша, да? Повела, сняла, пауза. Не играй быстро правую. Вплети эту трель в то, что будет после нее и в следующее. И там пошел ритм. Нет. А зачем ты дергаешь мне плечом и отбрасываешь руку? Объясни мне. Сыграй мне левую руку. Подожди. Учиться будешь, нет? Руку левую. Второй, первый. Да. Цепче время. Быстрее. Да. Двумя руками это уже самое. Какими пальцами играет стрель? Thank you.
смотри. Ничего страшного. 1, 3, 2. Да можно так. Можно так. Можно и так. Посмотри. Верти рукой, да. Ну, можешь так, да. Можешь по дороге поменять, да. Ну, не начиная с четвертого, он корявый. Да. И до диез на второй придет. Да, только вот так не играю, не важно, сколько нот. Медленная. Ты ее не играй быстро. Из чего она состоит? Из каких нот? Вот из этих. Представь себе, да, не трещи, как звонок, да, на педали ее выведи. Да, без агрессии, это. Да. Лучше, только не останавливайся, не обрубай концы. Еще. Смотри сюда. Смотри. Нет, здесь второй. Ариш, послушай меня. 1, 3, 2. Или так. 1, 2, 3, 2. Что тебе проще? Да. И ушла. Да, двумя руками сыграй, потом доучишь. Не начинай ее агрессивно. Ты ее бьешь, и она уже не звучит. Именно, молодец. Сними левую. Сними. Там есть места такие же, как были в начале. Вот ты играешь. Вот оркестр пока играет это. А дальше. Место собирается. Да, выходи из этого влажного, красивого, свободного места. Да? И пойдешь отсюда. Так, и не надо кривлять, не надо корпусом ничего. Смотрите, не надо делать этого движения. На второй палец. Только палец. Не забрасывай всю руку. Медленно. Медленно делай, ритмично. Да. А теперь тише пятый. И слушай, как этот ми становится педалью. Играй дальше. Да, вот ты должна сюда прийти. Это педаль. Да, вот сыграй мне. Первая высота, вторая высота, давай. Теперь играй вот эту всю историю, не так, а все ноты, да? Вот говори, как певица, важно.
одном аккорде. Там есть педаль, неслышимая. Да? Только в виде подзвучит. И дальше. Пожалуйста, отсюда. Эти пальцы. Я наверх. 3, 4, молодец. А где аккорд был? Решительный. А 2 педали. Свободно. Это свободно. С оркестром точно, да, пожалуйста, еще раз отсюда. И вот эти легче восьмушки такие. Да, они легкие. Один раз, когда ты можешь сыграть форт и чуть на секунду его позже снять. А ты мне ми зачем молотишь? Все ноты. Да, и так далее. Дальше они сыграют. И ты возьмешь там. Я знаю, я просто тебе говорю, где ты возьмешь. Вот здесь прям соответствует на их. Потом они снимут, ты останешься. И сыграешь. Там все просто, там ничего нет, того, чего ты не можешь сделать. Единственное, вот это место. Да, и очень свободно вот это. Можешь форте, можешь пьяно, как хочешь. И вот это место будешь учить. Раз, два, три, четыре, пять. В оркестре, поняла? Никаких ускорений раньше. Вот чтобы вот эти вершины, да? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, вот этот выход надо выучить, поняла? Ну, вот тут гудит, и у тебя, и у меня среднюю педаль. Хорошо, поняла? Теперь сыграем сначала, что освоила, что запомнила, да? Хочешь, вторую сыграешь кусочек? Ну, потом. Давай сыграем. Взвесь, когда и медленно, ты можешь быстро уже. Раз, два, три, четыре. Пауза, да? Зал. Раз, два, три, четыре. И твое соло. Подожди. Соло. Что ты вошла и орешь, что ты пришла? Я вошла, да? Не надо мне. Раз, два, три, четыре. И? О, да, раз, два, три, четыре. А что я вчера говорила про левую руку? Снять с нее вес. Да, а что в разрешении? Сейчас играй помедленнее, без замедления. Это мелодия. И вот это, да, Ариша, вот это. Нет, не доходишь. Недостаточно мне пнуть одну ноту ми. Да? Нет.
потом. Качаемся в разные стороны. 3, 4. Да? Еще раз мне играй вот это. Пожалуйста. Нет, ты прям вот так играешь. Вот положи отсюда. Вот вылези отсюда. Позволяй себе даже, когда учишь. Да, пожалуйста. Главные ноты внутри этих мелодий, которые надо чуть-чуть прихватывать ногой. Чуть-чуть. Нет. Они же летят. Да. Пожалуйста. Вот после этого ты меняешь состояние. Да. После меня. Играй сейчас без левой. Слушай внимательно. Когда вступает правая? После меня. Что раз, да еще поспорь. Раз, два, три, да. Вот, да? Она вступает туда, правда? А левая раньше. Да, отлично. Вот телом ты делаешь правильно. А пальцами нет. Вот теперь тело поставь на место, а руками делай ушами. Нет, ты же никуда не идешь. Достаточно, достаточно. Теперь
закрою ноты, как бы для себя, глаза, да, и сыграю этот пассаж просто закрытыми глазами. Вот ищи его, ищи ухом. Молодец. Молодец. Да, достаточно. Да. Неважно, да? Достаточно. Ты слышишь, когда ты ищешь ухом, у тебя все время есть внутри какой-то поиск, да, из одной ноты в другую. Вот это и есть то, что должно быть в музыке. Ты не можешь просто вот так играть, послушай. Ну, тогда мы можем вот так поиграть, понимаешь? Замечательно будет. Какие-то догнали, какие-то ритмические, какие-то по каждой, какие-то вместе группами. Но корпусом нельзя, потому что ты себя раскачиваешь, как лодку, выпадешь из нее. Раз, два, вот ты раз, вот что ты должна услышать. Ты так, ты идешь, а потом ты не пойду. Молодец. Меньше педали. И пошла. Сначала, да, вот ты вступила после оркестра. Потом какое-то вообще удивительное что-то. Ты по дороге должна реагировать на все, что удивительно. Пошли на смену. Я не услышала вот это. Были такие тающие, а это не важно, легче, еще легче. Да, молодец. Ухом. А что ты в ноты смотришь? Ты хроматическую гамму ломаную не могешь? В ноты не смотри, на ручку смотри. Сюда. Да, видишь, там есть вот эти повороты. Остался ля диез. Ушел. Два, три, четыре. Раз. И два, и три, и четыре. И да. Бросила руку. Бросила, поставишь. Бросила легкую. Да, не так. У тебя очень много разных движений. Вот оно нацелено. Оно одно. Первый палец сюда. Там тоже есть ритм. Там бам-бам-бам-бам. Ты можешь играть так. Можно. Да только легко. Смотри там.
два, один, два, три, четыре, один, три, да, 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 да. Да, можно. Сыграй сейчас двумя. Да, еще. Бам-бам-бам-бам. Вот здесь уже спешишь. Да, вот, вот сейчас хорошая была левая. Бам-бам-бам-бам. Вот эту точку ты проскакиваешь. Бам-бам-бам-бам. Раз. Бам. Не-не, Ариш, Ариш. Бам-бам-бам-бам-бам. Нет, ты уже не играешь это. Я хочу, чтобы ты сыграла эту дорожку. Соль, ля, ля, да. Достаточно. А теперь сыграй правый. И слушай это же место. Фа, соль, ля, ля, си. Фа, соль, ля, ля, си. Да. Вот эту точку нельзя проскочить. Там, тим, там, тим, тим, тим. Это и на месте. Там, пам, 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 пам. Еще раз. Да, это вписывается абсолютно. Молочина. И слушай. Раз, два, три, 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 два, три,
посиди, посиди. Сними. Свободно. Как каденцию. Сними. Раз. Два. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Да, вот эту триоль. Раз. Два. Очень точно, еще раз сыграй. Раз, два, два, три, два, разъезд. Да? Все ноты. Ты не играй по аккордам. Вот это слышал и в диминуэн. Да, раз. Да, все-все-все, мы практически закончили. Да, все остальное она уже как бы доделает. Хорошо. Потому что это уже гораздо лучше. Ну, там два такта осталось. Лара, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, привяжи ее к стулу. Да, хорошо. Ладно. Вот там есть два колесика, вот к двум колесикам. Да, нет, забирай у меня. Зачем у меня их там 100 штук? Хорошо. Я тебе там кое-что подписывала. Аришка, молодец. Спасибо. Все, давай, пока. Спасибо большое, Александр. Давай. Так, все, мы сегодня закончили. Да, ну видите, мы сегодня прямо... Ох, мы молодцы сегодня, да, как да. Мы вовремя.